Всем привет, дорогие друзья! И вы на канале ToshPlay. И мы сейчас будем смотреть интересную игрушечку. Это симулятор уборки. Есть симулятор уборки после вечеринок, после всяких, не знаю, там, животных, там, стадо убирать, блин, загоны. А это мы будем убирать за киллерами и за убийцами. Вот. То есть мы те, кто прибираем за Джон Виком. Потом будем надеяться, что интересно. Посмотрим, что себе игра представляет. Это демо-версия. Посмотрим заставочку. Дверь открыта, заходите. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Он должен был быть здесь через несколько минут. Do you want something to drink while waiting? No, thanks. Нет, спасибо. Раз, два, три. Выпил шампанского. Да почему бы и нет? Почему оставлять свои биологические остатки? Crime Scene Cleaner. Пролог. Вот, эта игра так называется. Это демка, грубо говоря. Есть в Steam, в свободном доступе. Кому интересно, можете тоже опробовать и поиграть. Так, это мы. Спим в перчатках. Ну ладно, следов нигде нельзя оставлять, мало ли что. Окей. Это наш пёсель. Взаимодействовать Е. Окей. Мне нужны твои услуги, чувак. Этот ублюдок имел роман с моей женой, так что я просто прикончил его и всю его семью. Проблема в том, что я не особо обдумывал это, так что тебе придется избавиться и от видеозаписи с камер. Я отправлю тебе адрес по электронной почте. Мне просто нужно... Это звучит не очень хорошо, но долг зовет. Просто нужно, чтобы мы за ним прибрали. Окей. Так, это наша хатка. Чем мы вообще таким занимаемся? Может, какие-то интересные будут записочки хотя бы. Нормальный телек. Я себе недавно подобный искал с маленькой короткой подставкой, потому что у меня не помещался бы на мою подставку для телевизоров. Кассетка. Удерживать и повернуть. Положить обратно. Без толку. Я что, не положу обратно? Окей. Так, вроде FPS много, а такие разрывы идут просто, что... Что пипец. Вертикалку может включить. Посмотрим, поможет, нет. Ну, не сильно оно помогло. Ванная. Ну что-то для уборщика за киллерами ванная такая себе, окей. Спальня. Видать, моя. Т, чтобы посмотреть записи кодекса. По пути вы найдете некоторые интригующие коллекционные предметы. Некоторые из них могут оказаться доказательствами преступления. Вы должны забрать их с собой, иначе рискуете провалить миссию. Ага, бумажки все-таки тоже осматривать, окей. Когда речь идет о жизни моей дочери, я не приму отказа. Читать. Это письмо хотел официально поздравить вас от имени всего коллектива. Это уважаемый Ковальский. Сегодня исполняется 10 лет вашей работы в нашей школе. Мы все очень рады, что у вас есть... Что у нас есть, вы как дворник. Мы что, в школе как дворник работаем? Не интересно. Положите обратно. Кассетка. Ну да, днем мы дворник. Да и ночью мы, в принципе, дворник. Окей, кассетки. Часть обучения, что здесь? Комната дочки. Больше похоже на комнату мальчика. Все в голубом и с космонавтами. Что можно осмотреть? А, это внизу. Кассетка. Е, положить обратно, но он ее ложит куда-то в карман. Ну, ничего такого, ладно, пошли, надо, что у нас за задание? Принять миссию с вашего компьютера. Скорее всего, в подвальчике, да? Больше некуда. Покрутить, повертеть.
записке. Приятно знать, что не все считают меня кем-то там. Позвольте обратно читать. Я тот парень, которого вы поймали на курении крека в туалете три года назад. Вы не только не сдали меня директору, но и сказали, что это вроде жизнь часто бывает несправедлива. Но наркотики делают ее лучше, только на момент. И это не стоит потери в будущем. Согласен абсолютно, как в принципе и алкоголь. Если с этим злоупотреблять, можно плохо закончить. Запомните это, можно. Ага, так типа кассетки коллекционирую. Один мои две розовые, что я нашел. Окей, ладно. Так, напоминание о предстоящем визите к врачу. Ваша дочь пропустила вчерашний прием, и это меня очень беспокоит. В последний раз, когда мы говорили, вы заверили меня, что здоровье и благополучие Елены сейчас для вас на первом месте. Пожалуйста, свяжитесь со мной как можно скорее. Без должного лечения Елена никогда не выздоровеет. Надеюсь, вы это понимаете. Патрик Уэллис, МД. Реновация могилы. Зная, что ваша жена ушла из жизни всего 5 лет назад... А, тут, короче, и это будет стоить всего $320 восстановить памятник. Едьте прямо на улицу Kings Crossing, дом 6, район Крамптонс. Удалите записи с камер. Вам понадобится 5 мешков для трупов. Ого, там, ты где он только нашел зарплату, 15 тысяч, погнали. Помните, вы нам что-то должны. Плохо, когда мы кому-то что-то должны. Все, погнали. Куда? А, вверху. Так, а мне надо будет собирать поездной чемоданчик рабочий. Надо что-то с собой брать. Не? Ну окей. Поехали, задание. Начать задание. Очень неподозрительно, когда тип в резиновых перчатках водит машину. Будет долгая ночка. Да, ты как думал. Уборка после резни в особняке. Затишье перед бурей. Это должна была быть небольшая уборка в не такой уж маленькой вилле богатого человека. Чтобы заработать немного дополнительных денег от нового клиента. Но это стало началом разрушительной цепочки событий. Интригующе. Так, мы прибыли. Окей, хоккей. Так. Уберите тела, найдите путь в виллу. Задание на этом месте. Но это пока нету. Статуэточки. Ох, пипец. Черт возьми, какая кровавая баня. Жесть, на видео не было такого, блин. Давай еще драйв. Мне еще драйв бассейн придется, серьезно. Откройте кодекс. Тап открыть колесо инструментов. Ага. Хорошо. Т. Откройте колесо инструментов, чтобы получить доступ к вашим инструментам. Так как вы увидите не только доступные инструменты, но и горячие клавиши к ним. Найдите курсор на нужный инструмент и нажмите «Угу», чтобы увидеть дополнительные опции. А, еще доп. Опции можно, да? Окей, тап. Чем они отличаются? Можно наполнить водой с моющим средством. Можно наполнить водой с моющим средством. Чем они отличаются? Окей. Пока все логично. Угу. Вооружитесь мусорным ведром. Поставьте ведро у источника воды, чтобы заменить грязное. Угу. Окей. Так, мусорное ведро. Вот. Только одно. На видео-те, чтобы посмотреть запись. Кодекс. Опять кодекс. Мусорный бак. Один из основных инструментов используйте для сбора мелкого мусора. Так, окей. Собрать мусор. Собрать мисока. Если удерживать, создать мешок для мусора. Хорошо. То есть можно удерживать сразу, да? Отлично. Что мы еще посчитаем за мусор?
Ох ты ж, блин. А есть какое-то что-то вроде ведьмацкого чувства? Экипировать предмет для уборки. 1, 2, 4, 5, тап. 2, 3. Хорошо. Поставить ведро у источника воды, чтобы заменить. Так я поставил, мне пока не надо. Так, а что с мешком делать, алло? Соберите низко, вытащить мешок. Ага. Можно все собирать в кучку. И доброго. Бог, блин, наследился. Так, что по мусору? Опустошите бассейн, собрать доказательства. Протереть всю кровь. Ага, ну ты так понял, что мусор. Мусор все. А, как его убрать? Что, больше нет мусора? Давайте что еще заберем. Что тут еще есть? Так, это мы сюда вернемся. Это какой-то электрический щиток. Так, а что еще есть? Может, мне надо наполнить мешок чем-нибудь. Так, там можно наследить. Потом буду больше убирать. Давай обойдем. Куда-то мы зашли не туда. Угу, это тоже убрать не могу. Окей. Так, окей, а что с мусором делать? Пустить, повернуть. Пункт сбора. Это место, куда вы приносите найденные тела и мешки. А, машину тащить. Серьезно. А потом по одному мешку таскать. А если наберется 50? 50 нет. Ну это слишком много в навод бегать. Окей. Скинули. Да. Сюда ложи. У меня еще есть. Не, пока не надо. Хорошо. Итак, займемся бассейном. Нам надо слить в воду, да? Тогда сначала там вытрем. Мои следы. Больше нету. Больше нету. Пипец, мы тут наследили. Будьте аккуратнее, когда вы занимаетесь такой работой. Так, мы уже мазюкаем. Сполоснуть можно? Можно. Супер. Так, а есть какое-то ведьмацкое чутье? Т. Дом, точка сбора. Елена, руки, ведро, мусор, моющее средство. Взаимодействие. Ничего пока такого. А, стоп. Смотри, колесо инструмента, пользуешься швабра. Один из самых... А, ну швабра, да. Два. Пипец, такое ощущение, что не 5 человек убили, а не знаю, роту целую. Так, все, тут вроде чисто. Вроде, потом перепроверим. Поставить ведро у источника воды, чтобы заменить его грязную воду. Заменили, окей. Так,
ну управление бассейна логично здесь, потому что больше негде. Почему кровь не растворилась, блин, в воде, алло? Ну, грех жаловаться. Это чтобы посмотреть. Губка – это инструмент для уборки известий своей высокой точностью. Используйте губку, вы можете избежать разбивания некоторых хрупких предметов. Хрупких предметов, это каких? Какие могут быть хрупкие предметы в бассейне? Так, а игрушки не пачкаются, да? Отлично. То, что игрушки не пачкаются, это не может не радовать. Да, можно как-то больше охватывать? Надо приловчиться побольше сразу. Таким мазком. Ага, мы уже рисуем, а не убираем. Ой! Сори. Я нечаянно. Хорошо, хоть таймера нету, а то было бы жесть. С таймером было бы не так весело. Чисто, нормально, да. Отлично. Опа, ключик. Эх, трудна работа, трудна. Как он тут оказался? Он же вроде там просто в доме всех убивал. Ну, хотя в нашей профессии в такой лишних вопросов лучше не задавать. Но меньше знаешь, как говорится, лучше спишь. Да, серьезно. Да. Добавляю себе лишней работы. Как-то аккуратнее таскать. Так повыше брать. Так надо обойти, чтобы не наследить. Чутье уборщика. О. Чутье уборщика. Как это звучит, да, представьте, вот каждый уборщик где-нибудь, ну не знаю, в супермаркете имеет какое-то свое чутье. Ведь они всегда убирают там, где ты ходишь. И они знают, что ты там пройдешь, наляпаешь, им там надо будет убрать. Не это ли суперсила, о которой все мечтают? Труд наш легкие бабосы. Главное в жизни в этой не задавай вопросы. Так, стул пустой стоит. О, бабки, могу забрать? Нажмите Т. Угу. Вся игра вращается вокруг сбора денег на лечение вашей дочери. Иногда вы можете обнаружить, что вашего вознаграждения недостаточно. Вокруг места преступления могут валяться много ценных предметов, и некоторые из них можно украсть. Чтобы украсть ценный предмет, наведите на него и нажмите Е. Хорошо. Так, ну давайте сделаем так, чтобы все аккуратно. Никто не дрался. Все аккуратно что-то попивали. Даже к краю стакан эти не ставили.
Все, вот еще один неправильно стоит. Опа, супер. Что здесь? Бокальчик. Тынь. Все, продолжим свое чистое дело. Грязное дело уже сделали за нас. А мы делаем свое чистое дело. А, кровь убрана, все. Не. Так, повыше. По ступенькам. Изменить воду. Все, мы с вами молодцы. Так, ключик. Заберем себе. Там не написано, чего он. Так, я так понимаю, его тоже в машину тащить. Надеюсь, мешки в машине уже готовы. Музычка приятная такая. Не нагружает. Отпустить. Опа, связала. Отлично. Коммуникация уже светает. А как мы с этими трупами будем ехать потом? Окей, что у нас тут еще? Вот, видно. Опа. Что здесь интересного есть? Баллончики. Паяльник. Can I talk to you for a second? About what? О чем? You and Bianca Brenner. What are you trying to? I saw you two last night. Даже сделали несколько фотографий, но ваша жена их не обязательно. Я просто. За ночи не здесь. Пойдем внутрь. Один роман слишком много, Марк. Типа доказательства, да? Что? Как подозрение, почему это могло произойти? Опа, бабки, бабки, бабки. Что, может, где-то еще бабки лежат? Что там? Надо бы сейчас сходить посмотреть тоже. Угу. Тут мы все прибрали. Тут все. Все чистенько. Пицца на место. Ого! Это мне более не нужно. Вам уже это не понадобится. Пиццу кто-то доедал, я не знаю кто. Так, ну я так понял, мы там дверь открыли, да? Да. Окей, погнали внутрь. С чего будем начинать? Первый этаж. Make it look nice and clean. Это что за писец тут творился, блин? Давай начнем с этой комнаты. Что это? Кассетка. Заберем. Это мы тоже заберем. Ящик задвинем. Ого. Ни хрена себе телек. Так, тут вроде все аккуратненько, все красивенько. Тут тоже, только в той комнате, да? Тут менять воду. Ванна. Тут менять воду. Журнальчик по фитнесу. Ну, кто-то дозанимался уже, допрыгался. Что здесь? Закрыто. Ну, бляха, за работу. Нет, нужен мешок. Так, чтобы не вляпаться. Тоже все мусор, да? Не влезла. Бутылка не поместится. Еще один мешочек. Так, надо чуть-чуть. Я воду разлил.
Ну, слава богу, она чистая была, окей. Да? Да. А тут закрыто. Набери мне воды. Благодарю. Окей, мы оставим уже в другой комнате. Погнали, поприбираем. Светильничек, пойдем. Ага. Перфект. Ну, это чтобы мы могли более свободно перемещаться по этой территории. А вот губка. Окей, на губка пока. Не-не-не. Сейчас бутылочку уберем. Свечку нельзя, окей. Губка. Тут мы все отмыли. Стульев нету, да? А как стулья отмывать, алло? А, да, ты гляди. Так, мебель. Ой. Мебель мы пока сюда выставим. А, с ковра она плоховато убирает. А для чего моющая надо? Нормальные криминалисты и так найдут все, что здесь мы приберем, потому что слишком оно. Так, Т. Мебель может быть разбросана повсюду в полном хаосе. Чтобы убрать комнату, вы должны переместить все предметы мебели на их предназначенные места. Чувство уборщика, да. Тут. Так, я не знаю, где ты должен стоять. Like no one was ever here. Тут такое ощущение, что они, наверное, полгода дрались сначала. После выстрела, например. О, мне пригодится. Так, а где я бычка видел? А вон бычок. Ох, ни хрена. Так, давай сначала уберем. Этот угол, ё-моё. Надо делать постепенно, а то мы будем, если мы начнем раскидываться в разные места, то мы ни хрена просто-напросто не сделаем. Все, мы запачкали уже всю нашу. Нам будет воду поменять. Так, тут будет проще губкой, наверное. Так, и тут сразу убрать. Окей. Сейчас мы сполоснем, сразу воду поменяем. Угу. Поменяем воду и будем вытирать картины. Надеюсь, их дорисовывать не надо, но хотя было бы прикольно. Там, типа кисточки, сделать мазки правильные. А, вот там. Так, это мы здесь пока оставим. Губка. Все. Губка тоже вся уже в красной краске, блин. Как так можно?
Как вот так можно? Так, это не губка. Губка у нас 5. Мы тут дотянемся вообще? Туда надо только этой шваброй. По-другому никак. Так, в этом уголочке вроде бы все. Поправить картину. Ты у нас чистый, чистый. Так, это стул не отсюда, это стул оттуда. Стой пока так. Винишко. Поставим сюда, для красоты. В принципе, похер же, где ты должен стоять, да? Жесть, как сюда не хочется идти, окей. Но придется, наверное, сначала сюда. Хорошо. Так, бучок это не мусор. Стул. Сразу его протрем. Стул протерли, все. Это протерли. Нельзя оставлять никаких улик. Нам за это платят, это наша работа. Не задаем вопросы. Ну, что-то случилось у людей. Попросили, блин, они устроили вечеринку с красками. Вот разлили немного краски, попросили убрать. Ну что, ну бывает такое у людей. Бывает, чуть-чуть повеселились. Вон пьяные лежат, их сейчас в реанимацию надо будет так, блин, отправить. Тут ничего нету. Ничего. Что за филиация сидит? Нападение внезапно. Вероятно, она даже не представляла, что кто-то следит за ним. Или что-то такое. Так, это бычок оттуда. Но он вроде сломанный, а как его починить? У меня вроде клея нету. Так, телефон. Послушать приватные разговоры. Так, ну мне ее сейчас надо будет унести сначала. Сейчас мы ее сначала оттарабаним в мешочек. Бычок. Вроде бы тут. Есть. Тетя. Пошли, уже пора спать. Множественное огнестрельное ранение. Нападавший явно вышел из себя. Он винил ее в поведении ее мужа. Я могу прихватить еще с собой мусорный этот пакетик? Нет, не могу. Ну, хотя правая рука у него, по идее, свободна. Ну да ладно. Взять моющее средство, взять озонатор. А зачем озонатор? Воздух почистить. Один на один складывает. Ну, тоже бывает неплохо. 7. Моющее. Зачем моющее? Нам расскажут. Утилизация тела, мытье кровавых пятен. Взять мойку высокого давления, взять швабру. Мойка высокого давления. Бля. Мусор на ровном месте сделал. Как тебе использовать мойку высокого? Использовать Е. Алло. Где она? 4. Ага. Можно даже так. Ну это чуть-чуть попроще уже. Это немного ускоряет процесс.
То куда она потом все смывает? Она же не по полу должна растекаться, по идее. Так, это все разнесет сейчас тут. Опа. Стульчики сейчас поставим. Is that the surveillance room? Слишком далеко, я понял. Так, сменить сопло на горизонтальное. Угу. Окей. Так, 7. Налить моющее средство в ведро. Почистить типа надо в, ну, или в пустое ведро наливать. Нет, пустое не получится. Хорошо, так, 7 налил. Взять изонатор. Cleaning procedure started. Сменить голос. Just a little more effort and room will be ready. Good to see you. Это что за хрень? Ну ладно. Пусть будет. Так, все, в мешок уже не влазим, да, окей. Не влазит, так не влазит. А, да. Телефон мы еще посмотрим. Телефон посмотрим, посмотрим. Так, телефошка, что там? Пыталась позвонить, но не успела. 911. Ну все, блин, заберем. Аккуратненько все помоем. Угу. Где? О, булькает ведерко. Чисто, чисто. Так, уберите тела, утилизировать это в общем, да, мешки с мусором 4. Собрать доказательства одной из двух, переставить мебель на ее места 6 из 18, удалить записи с камер наблюдения, протрите всю кровать. А ну мы до кровати еще не дошли. Что здесь? Подвал, местоположение разблокировано. О, жесть. This was not a drill. Парень реально тут разошелся. Нажмите Т. В некоторых темных местах вам может быть сложно что-либо разглядеть. В таких ситуациях фонарик спасения. F. Опа. Нычка. Правда, бесполезно, тут вроде ничего такого нету. Ну окей, наше дело простое. Забираем. 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 И тебя мы помоем. Вот нефиг вам было дело, блин, решили не повеселиться. Да веселились, все, а так бы жили сейчас все спокойно. Надо стульчики расставить, а потом забудем. Так, бассейн у нас все выполнено. Бассейн чистый. Бассейн у нас самый чистый в этом мире. А вот вы, ребята, уже чистыми никогда не станете. Hi, Mark. И по два. Так, никто там не шарится. Окей. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Никто ничего не видел, никто ничего не знает.
Так, сейчас стульчики поставить надо на место, да? Ты у нас стульчик. Отсюда. Может, я хотел сюда другой поставить стульчик. Этот стульчик. Ага. Есть. Есть. Все должно быть в идеальном виде. Как будто здесь ничего не произошло. Бокальчик поставить. Ну, ждали гостей, не дождались, решили куда-то свалить. А ты где-то... Да еб... Стул! Здесь у меня мешки бесконечные. Компик. Не ту кнопочку нажал. А в нем нельзя взаимодействовать? Нет, нельзя. Похавать тоже не можем ничего. Сок. Пропадет же сок. Пусть тут стоит. Дверь закрыть можно? Можно. Книжка. Что книжка делает в микроволновке? Ну, кто-то хранит свои секреты кулинарии в одном месте, кто-то в микроволновке. Там уже светает. Блин, это только первый этаж. Это ж писец. Только первый этаж. These, maybe you could have saved your family. Yeah, probably not. Ага. Прибрано. Ага, эти стулья с этой стороны. Где еще один такой же стульчик? Где-то тут вот. Недалеко. Есть. Так, тут все четенько. Эти стулья где у нас? Подожди, а где эти стулья? А, вот один. Еще два. Чуть наверху. А, вот еще один. Еще один стол. Не, не открывает. Ну и ладно. Посмотрим, что здесь. Кровать. Телефончик еще один. Это сообщение не очень хорошо сохранилось. Бянка, он знает о нас. Будь осторожен, мой дорогой. Надеюсь, скоро мы будем вместе. Переставьте мебель на ее места. Еще две мебели осталось. Что у нас здесь? Загрузка. О, фоточки можно посмотреть. Вы пытаетесь получить доступ к защищенной папке. Требуется аутентификация. Взлом грубой силы, ручной взлом. 5. А. Три. Восемь. 7 0 3 9. Отлично. А через shift можно? Можно как-то повыбирать побольше, блин? Почему их по одной удалять? Почему не удалить сразу все? Есть.
Я хочу фоточки посмотреть, дайте мне фотки глянуть. Интересно же. Перестать ими... Ага. Так. Тут. Тут все чисто. Гардероб. Что я буду делать, чтобы улучшить свою жизнь? Соблюдать здоровую диету. Это... Фигня всякая. Опа. Опа. Ту-ту-ту. Украсть. А что они такие дешевые, блин? Дешман. Ну ладно. Так, тут мы прибрали. Ой, что-то лагануло так. Опа, стульчик еще один. Нет, так. Писец. Вроде все чисто. Какой неряшливый у нас уборщик, блин. Так, ну разбивать это на две серии смысла нету, поэтому посмотрим, что там, что будет в конце. Вот, закрыть дверь. Добавим сюда этого моющего, пусть булькает. Окей, что на втором этаже? Посмотрим. Второй этаж, место положения разблокировано. Это кто-то куда-то полз, да? Полз, да не дополз. Это я уже тут наляпал, серьезно? Гильза. Где мой этот великий моющий? Под высоким давлением. Т. В смысле? Существуют инструменты, ведро, мойка, высокое давление, которое необходима вода для использования. Чтобы наполнить их, ищите источники воды с особым значком. А, тут нету. Их на втором этаже нету краника. Серьезно? Еще один рез доигрался, парень. Геймер. Кассеточка. Заберем. Хорошая такая комнатка, блин. Наверное, известный бы. Главное, чтобы... Кстати, главное, чтобы они вольнули во время стрима. А то это было бы печально. Так, подожди, а мы внизу вообще все, видите, расставили второй этаж. Нет, не все. А что мы еще не поставили? Писец. Сразу на второй этаж отнесем. Так, а что мы тут еще не поставили на место? А, картина. Все, местоположение очищено. Остался только второй этаж. Так, это наш стример. Сразу мусор. Могли мы ходить. Эть. Да, коврик у нас убирается плохо. Сколько там по времени уже? О, я думаю, как раз часик чуть больше и к концу дойдет. Тут еще две комнаты, серьезно. Ну, постараемся побыстрее.
Опа. Белый ковер, блин. У нас, наверное, самое волшебное моющее средство в мире. Так отмывать цветовой коврик. Так, еще один телефон. Ага, что происходит, Мэбл? Сейчас теряюсь. Почему, думаю, папа изменяет? Слышала, как он говорил с кем-то, какой-то женщиной по телефону. Это точно не мама. Бич, плиз. Не сходи с ума, девочка. Наверное, это было... Не... Было нечего, короче. Это все у нас... А мы можем как что с дверью делать? Взять УФ-лампу, взять топор. О, ванная. Отлично. Ключик. Ключик от чего-то. О, тут можно набирать воду. Все супер. Супер-пупер. Удобно. Краской какое-то неплохое слово. Так, есть. На место говорю. Есть. Дальше еще. Еще есть. Коник. Ну, коник стоял на столе, то понятное дело. Коник на столе. Мусор. Мусор есть. Доказательства еще какие-то. Блин, думал, это пятно. Окей. Погнали дальше. Надо чуть. Осталось две комнатки доубирать всего лишь. Всего лишь две комнатки. Используйте швабры здесь почти так же неэффективно. Надо это, да. И надо. Хорошо. Меняйся, Валичка. Так, швабра, значит, говоришь, неэффективно. Давай эту штуку. Ее тоже надо набирать. Ну да. Набрали, окей. А потом поставлю все на место, несите. Мусор. Все равно видно. Стой. Так. Все. Так, стульчик. Это у нас не отсюда, отсюда. Чтоб не мешался. Топорик. Топорик мы заберем. Нам пригодится. Мусор забрали.
на место, диван на место. Ты. Не, ну так-то дело намного быстрее идет, чем шваброй. Все, закончился. Пошли набирать, ну да нет. Да, муторная работенка. У нас хотя бы все эти прибамбасы есть, а представь, всякие уборщицы там, не знаю, в магазине, которых вот в одних магазинах заходишь, они там, уборщики ездят на, или толкают, или ездят на таких мини-машинках, которые сами все пылесосят и сразу моют. А если вручную, то это жопа полная. Да. На место. Опа, колечко. Пригодится нам колечко. Им оно уже не надо. А нам, как говорится, дочку спасать. За ее лечение оплачивать. Тут тоже вроде было просто обычное убийство. Откуда столько крови и разрушений? Так, это, наверное, так и надо. Это у них так и задумано было. Место. Ты где стояла лампа? Давай делать тут. Ну да. Так, избавиться от мусора. Переставить мебель на ее места. Протереть всю кровь. I need to be careful so she doesn't fall. Fuck. Добавилось работенки чуть-чуть. Окей. Ну что ж поделать. Тоже уберем напоследок. Итак, избавиться от мусора. Второй этаж. А, мы еще другую комнату туда не убрали. Что это? Было? Было нам не надо. Так, тут вроде норм, если что потом проверим. Поэтому погнали в другую комнату. В комнату этого великого стримера. Великий-великий стример. Ну, судя по хате, которую они живут, она вполне себе мог спокойно позволить не работать, а заниматься вот этим вот. Вот этим вот всем. А что он так плохо ковер вытирает? А ковер на ковре над этим вытирает, окей. Он такой. В две игры играл даже. В одну такую же, как и мы. Ой-ой, не то. Что за дичь вообще? Зеленку убрать. Какой-то у него немного невыразительный хромакей. С таким будет очень довольно-таки сложно убирать задний фон, потому что у него не очень выразительный цвет, и он может подхватить еще другие цвета. Так, вот там еще дверь. Где ванная? Готово. Так, сейчас проложим себе путь еще в другую комнату, посмотрим, что там за ту дверью. А, я уже провожу, я уже прибрал. Нормальные точилы стоят. Ну, в принципе, тут... О, бабосик. 100 баксов. Да, дотянись ты до них. Пригодятся. Закрыть дверь. Так, надо убирать ровяшку.
мусор. Это ж не криминально, он просто тут живет в таких условиях, блин, как говно. Это ж никакие не доказательства чего-либо. Вы слишком далеко от станции высокого давления. Так, с кровью вроде все, окей. Так, ну сейчас унесем его. Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. Now that's what I call immersion. И того, наверное, сразу тоже оттарабаним, потом будем внизу быстренько убирать. Единственное, бесит, что вот эти все мешки надо будет таскать по одному. Надеюсь, их можно будет хотя бы по три взять пачкой и внести. Ну, симуляторы уборщики, в принципе, не все одинаковые. Даже, кстати, скажем так, всех Владимир Шок. Даже возможности какие-то у всех одинаковые по инструментарию. Поэтому, так, мы туда его скинули, да? Ох ты ж, блин. Я бы до него сначала добраться. А, до нее добраться, это она. Сразу ее уберем. Унесем, чтоб не мешало. Коли уже оказались внизу. Так, ну в принципе до конца осталось сегодня чуть-чуть протереть всю кровь, 99%. Это... А где мы наляпали? А, там же и наляпали, когда она упала. 1%-ик не дотерли. Окей. Так, это последнее тело. Пакуйся. О, ты гляди, какая же. Не хотел упаковаться. Хорошо. Пойдем уже дотрем там. Все равно губку идти мыть. Где тут еще кровь? Вон. Ладно, давай уже туда собираем все. Все это дерьмо. Уже коли спустились, блин, чтобы по два раза не спускаться. Что это? Опять не то. Стопэ. 9 же был топор. О. Эй, не то. Еще сильнее разбить. Собирается, окей. Какой вместительный у нас мешочек. А что с этими делать? Да, положим сюда. Нет, нет. Просто лежит. Да, в сокрою. Пусть туда тут стоит. Есть. Вас просто покидаем сюда. О. Типа они так сидели такие тут без стола, без всего. Зачем вот стол, если у них подстаканнички есть такие аккуратненькие. Правда, правда. Было бы прикольненько. Так, опа. Могу несколько мешков брать. О, можно, да, можно мешок в мешок, вообще супер. Ага, только три мешка можно объединить, да?
А, их просто подносишь, и они сами объединяются, окей. Удобно. Хотя бы так. Так, у нас осталось совсем чуть-чуть, да? Осталось только здесь. Переставьте мебель. Ну, то у барабанчика осталось переставить. Да, компик на место. Колоночку на место. Твое игровое кресло. О, кстати. Почти как у меня, блин, даже. На место. О, будет сейчас барабан эти собирать. Как его забрать? Есть, и это нам уже не надо, да. Ты сюда, великий барабанчик. Бита. Пусть стоит. Ты. Сюда. Это, а что у него еще криво стоит? Хромакей, серьезно? А этот откуда? А. Есть. Стульчик. Все, парень доигрался. Алло, на место стульчик. Есть. Wi-Fi роутер. Куча пиццы. Денег нет под пиццу? Нету. В ящиках. Могу что-то обыскивать? Могу ящики открывать? А, могу. Парни там залежи целые были. Если что, мы против всего этого дела. Так. Что у нас еще? Переставьте мебельные места. А, еще одна тарелка где-то. Что, есть что-то? Это не могу открывать. Еда, еда. Нашел, где хранить пивко, блин. Еще и молоко. Серьезно. Так, а где еще тарелка, алло? Пипец, она улетела. Есть. Так, второй этаж. Все сделано. Сфотографируйте бассейн. Утилизировать мешки с мусором. Все, мы тут все сделали. Закрываем. Ведро забираем. Сука. Тут все красивенько, все сделано. Да, включить свет. Не включается? Нет. Ну, дверку. А мы же выбили дверь. Ну, так и было. Зачем вам дверь? Ванну дверь закроем. Ничего не знаю. Да, ну так и было. Это не мы. Это не мы. О, даже отражение. Так, тут у нас тоже задания нет. Окей, пошли мешки оттарабаним. Хотя бы по три мешка уже радует. По заданию 10, а по итогу больше. С мусором покиньте место преступления, когда будете готовы. Так, мне сфоткать сначала надо. Где у нас фотик? Что-то я не видел, кстати, фотика. Может, где топор, там же еще один круг есть. Окей, сейчас разберемся. Итак, все, мы все сделали. Утилизировать мешки с мусором. Мы красавчики. Джон Уик будет нами доволен. Окей, так, сфоткать. Сфоткать басик. Взаимодействовать.
есть. Сфотографируйте в подвале. Сфотографируйте подвал. Ну, это, конечно, для отчетности, я так понял. Все сфоткать надо в каждой комнате. Есть. Второй этаж. А первый что, не надо нам фоткать? Тут же тоже мясо было, блин. Ну окей. Сфотографируйтесь в первый этаж. А та тут не надо фоткать, как бы, в спальне. Не? Ну окей. Первый так первый. Все, покиньте место преступления, как будете готовы. Так, надо закрыть дверь. Ничего не оставили, ничего. Вроде бы идеально. Окей, посмотрим. Так, надо эту утку положить, точнее. Фламинго. Все. Теперь все идеально, все красиво. Все, ребята. А, стоп, еще дверь открыть. Нас нигде не было. Все. Пока-пока, блин. Юху. Так, а дверь закрыта, подожди. Никаких следов. А, мы же все идеально делаем, да? Закрыть. Все. Теперь все идеально. Ни слуху, ни духу. Вы уверены, что хотите продолжить? Вы больше не сможете продолжить уборку. Ой, да. Все, валим. Обман 0%, кровь 100%, мусор 100%, мебель 100%. Идеальный счет. Доказательства все. Тела все. Да мы просто идеальные уборщики Джона Уика. Продолжить. Бабло капнуло. Ювелирку спионерили. Еще сверху 1400. Налички. Пойдет. Ночка работы. Блин, годовая зарплата. Уважаемый игрок, спасибо за то, что протестировали Crime Scene Cleaner. Мы надеемся, что вам понравилось это приключение, и вы получите удовольствие, очищая место преступления. К сожалению, это все, что доступно для просмотра, но если вы захотите, вы всегда сможете переиграть пролог, пока не будете удовлетворены. И помните, полная версия игры предлагает еще больше функций и кровавых историй для исследования. Не забудьте доставить клинера в ваш список желаемых. Ну да, это демка, она игра еще не вышла, скоро выходит. Но кто хочет, можете пробовать. Вот такой вот симулятор уборщика. Неплохо. Так поковыряться, когда делать нефиг, довольно-таки интересно. Поэтому, кому нравилось, играйте. Пробуйте, кто любит такие игры, всякие симуляторы. Вот. А так, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Всем пока.